По доброй традиции, галоўнае национальное свято День незалежности Республики Беларусь у Гомеле распачнется урашистым шестем по галоўнай улице города. У 10 годин раницы гэты парад объединяя ветеранов, представников областных и городских уладов, громадских организаций, працовных коллективов и молодь. Завершится святочное шесте церемонию складания вянковых кветок до мемориалу «Вечный огонь» на площади працы. Затем на пляцовце каля медицинского университета будет ладиться яскравая концертная программа. У целом 3 липеня для гамельчан и гостей областного центра будет подрыхтована сапраўды цікавая и насыщенная культурно-массовая программа во всех районах города. Приглашаем всех пройтись по всем нашим площадкам, которые будут организованы до 3-5 часов в центральной части города. Мы приглашаем на праздник вышиванки. Впервые в этом году в рамках Года культуры запланированы такие мероприятия. Это улица Ланги, улица Белецкого. А во второй половине дня мы приглашаем всех в районы. Это зона отдыха Пруды в Новобелице, это проспект Космонавтов, железнодорожный район, это безусловно, и микрорайон Костюковка в железнодорожном районе будет также организована площадка. Ледовый дворец, центральный район и, конечно же, Любинское озеро у Советского, в Советском районе. По традиции, яскравой финальной кропкой святкования Дня незалежности Республики Беларусь у 22 годины 50 хвилин станет акция «Спяем гимн разом» на пляцовце для Ледового палаца. После массового выконания державного гимна небо над Гомелем офарбуют прыгожие салюты и фейерверки. Маляўнічае пиротехничное шоу протягнется не меньше, как 7 хвилин. До речи, у День незалежности фейерверки вспыхнут над святочными пляцовками и у районах города над Сожем. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».